Всем привет! Вы на канале у Джулии. И сегодня я вам расскажу, как приготовить вкусный гороховый суп в мультиварке без предварительного замачивания гороха. И горох при этом у вас получится разваристый и суп насыщенный. Для этого нам понадобится мясо с косточкой. Можно использовать ребрышки, тоже очень вкусно получится. Картофель, морковь, лук, кусочек сала, соответственно, сам горох. И по вкусу соль и перец. Вначале нарезаем сало на мелкие кусочки и обжариваем до золотистого цвета. При этом у сала будет выделяться жир, на котором мы впоследствии сделаем с вами зажарку. Если вы сало не любите, то вместо сала можете использовать просто растительное масло. Затем к обжаренному салу добавляем мелко нарезанный лук и тоже хорошо перемешиваем. Затем добавляем морковь и тоже хорошо перемешиваем. Доводим зажарку до золотистого цвета. Далее в нашу зажарку добавляем картофель, нарезанный брусочками, промытый горох заранее, мясо с косточкой, по вкусу добавляем соль, перец тоже по вкусу и заливаем все содержимое водой до нужного нам уровня. Заливаем до конца. В моем случае я заливаю где-то приблизительно 2,5 литра воды на все вот эти мои ингредиенты. Чаша мультиварки у меня большая, 5 литров. Далее, когда мы все это сделали, закрываем нашу мультиварку крышкой. Я люблю готовить под давлением. Закрываем клапан и, соответственно, выставляем функцию. Функция работы под давлением, или у меня это называется функция скороварки. Выбираем суп. Ставлю я на 30 минут, чтобы за это время успело развариться мое мясо и горох. Нажимаем старт. И наша мультиварка сделает за нас дело. Сварит суп, разварит хорошо горох, так что не надо его даже предварительно размачивать. И получится очень вкусный и аппетитный супчик. Всем огромное спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И мы обязательно увидимся в следующем видео. Там будет много интересного. Спасибо, до свидания. Пока-пока.